У меня свадьба через неделю. А ты меня постоянно пытаешься убедить, что Филипп мне не подходит. Тебе самому не смешно? Не смешно, потому что не любит тебя Филипп. Это же понятно, что ты для него идеальная партия. Это чистый расчет с его стороны. А ты считаешь, что меня вообще никто не способен полюбить, да? Почему? Я разве это сейчас сказал? Ну, не нравится он мне. Я ему не доверяю. Я не хочу, чтобы такой человек, как он, был рядом с тобой. А кто со мной должен быть рядом? Кто? Простите, я же забыла. Все же должно быть так, как Сергею Андреевичу нравится. Ты же у нас все любишь контролировать, да? Только своей судьбой я тебе не позволю распоряжаться, ясно? И по поводу Филиппа ты тоже очень сильно ошибаешься. Ты сама прекрасно знаешь, что он тебя не любит. Знаешь, что продолжаешь его защищать. Не пара он тебе. Брось его. Ну так и Саша тебе не пара.